Саламатсыз жигиттер. Бияка кимди колдоп келдиңер? Айтпайсызбы? Жөнүнө келдик байкайбыз. Жөнүнө эле келдиңер. Могу митингге тийсеңер барбы? Жокпу. Кактус мейдо, атым Марат Төрөлиев. Бияка кимди колдогонун келдиңиз? Айтпайсызбы Марат Төрөлиев? Бияка кимди бирөөнү колдоп келдиңизби? Кандай? Жөнүнө келдим, көрүп атам. Жөнүнө турасызбы бияка? Постараемся еще у кого-нибудь спросить. Саламатсызбы? Менин атым Марат Төрөлиев, кактус мейдодон болом. Сиз бияка митинг колдогонун келдиңизби кандай? Жок, жок, мен өтүп барып атам. Өтүп эле. Митингге качкан келдиңизби? Ооба. Качан келдиңиз? Жаңы эле келдим. Кайсыл? Азыр иштегенин үчүн сот болгонун билесизби? Коррупция. Билген үчүн ошон үчүн келдим. Мындай, подальше. Подальше. Ошого карабастан? Ошого карабастан ошого. Колдоп келдим ошого. Колдоп келдиңиз. Ооба. Азыр 2-3 мүнөт мурун келбедиңби? Колдоп оюнда отурмуз. Мен азыр келдим го. Азыр келдиңиз. Саламатсызбы? Бияка митингге колдогон келдиңизби? Я. Как видите, люди все избегают, и тут вот рядом ходит Ильнура Алканова, и я не знаю, как при ней они говорят «да», в отсутствии нее «нет». Вы его поддерживаете, да, полностью? Да, его поддерживаю. Вы знаете, что он привлекался, привлечен за коррупцию, оплатил? Да, да. Это из-за чего вы его поддерживаете? У меня свои стремления, можно сказать, свои понимания, мировоззрения. Я не должен, как толпа идиотов, идти за определенным кем-то. Например, наш нынешний президент отсидел в тюрьме. Как вы это думаете сами? Не, мы эту тему ну, знаем. Ну, я вообще, да, и типа, в нашей стране все возможно. Наша страна, страна чудес. Нет, вы его, как поддерживаете, вы его знаете, вместе там на выборах были с ним? Нет, или что? Просто я знаю, как я слежу за нашей нынешней политикой, я следил за нашей бывшей политикой, что, как. Я поддерживаю именно его. Вы откуда вы приехали? Я здесь, городской. А вас как зовут? Аман. А фамилия? Зачем вам моя фамилия? Ну, чтобы знать, чтобы. Расланбеку. Спасибо. Вы, ребят, тоже, да, пришли в поддержку? Да, да. Тоже полностью вашего друга Амана поддерживаете, да? Да, почему один человек должен, почему один человек должен отвечать за все ваши поступки? Ну, то есть, сколько есть чиновников, которые тоже так же виноваты, просто, просто все, вся эта ажа просто образовалась вокруг одного человека и все. Зачем? Нет, я спокойно. Нет, в обвинительном наклоне задаете. Вы же участвуете, пугаете. Чем я пугаю? Они сейчас при вас. При вас говорят, да, мы пришли на митинг, когда вас нет, Ильнура, нет, они говорят другое нет. совсем. Вы точно вы сейчас за мной сейчас по следам идете? Ребята, да? Ребята, вы на митинге? Хорошо.